сегодня я приехал к пляжу известного проекта в Алании, который называется Gold City. Хочу отснять, а потом поднимусь высоко в горы. Вот отсюда я вам покажу тот проект. Вот, дорогие зрители, отсюда виден проект Gold City. Там продается трехкомнатная квартира, две квартиры по очень хорошей цене. Значит, у проекта есть трансфер, который ведет на свой собственный пляж, просторный пляж. Каждый час оттуда едет трансфер туда и обратно. Вот такие тут у них автобусы маленькие вот впереди. Это система отель пятизвездочных, там аквапарк большой, несколько бассейнов, кинотеатр, рестораны, магазин, тому подобное, полно всякого. Там айда тоже там, как говорится, месяц 100 евро. Вот такой автобус у них, который по часам работает, каждый час. Здесь парковочные места, два пляжа. Один Blue Beach и один Gold City Beach. Вот такой здесь маленький лес. Есть волейбольная площадка. Вот играют в волейбол. Футбольная площадка. Нет, нету. Футбольная нету. Вот такой здесь пляж. Зонтики, шезлонги, все присутствует. Есть пирс в той стороне и также в этой стороне. Вот пирс. Написано Gold City. Вот это пляж Каркаджака. Проекта Gold City. Проект был сдан в 2010 году в эксплуатацию, а до сих пор востребованы. Сейчас отель функционирует. Вот пирс, флаги Gold City и вот такой тут пляж. Вот, дорогие зрители. Все. Поеду я в Gold City. Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Каркаджак в известный проект, который называется Gold City. Пятизвездочный отель, также здесь продаются виллы и таунхаусы, как называется. Здесь продается трехкомнатная квартира по очень хорошей цене, двухуровневая, с видом на море, на гору и тому подобное. Сами посмотрите. Вот такая квартира. Я сейчас не могу ее снять, так как в этой квартире, где я сейчас снимаю, живут арендаторы. Но мне сказали, я могу показать вам вид. Вот такой потрясающий вид с окна. Вот панорамный вид на горы. Здесь у нас вот такая открытая терраса просторная у этой квартиры. Здесь у нас отель, там олимпийский бассейн, кинотеатр, все есть там, шоу-программы по вечерам, ну как в отелях, все присутствует. Здесь открытая парковка снизу. Очень быстренько верхний этаж немножко отсниму, если получится. Вот здесь у нас закрыто, пока что. И здесь закрыто. Да, пойду я в другую квартиру. Здесь продаются две квартиры. Одна эта, вот с таким видом. И та, которую я отсниму, она смотрит на горы. Цена этой квартиры 140 квадратных метров, продается с мебелью, бытовой техникой, 83 тысяч евро, дорогие зрители. Та другая будет стоить 79 500. Сейчас я пойду быстренько отсниму.
Дорогие зрители, подъехал я к той квартире, Таунхаус 2 плюс 1, вот она находится тут. Пока я сниму лесенку вам, вот здесь такая лесенка, которая поднимается к аквапаркам этого проекта Gold City. Наверх нужно приподняться, где-то 300 метров максимум. А потом можете даже спуститься вниз обратно. Вот такая здесь парковочные места. Такие. Тишина, спокойствие, лес, чистый воздух, безмятежность. Что еще сказать? Проект был сдан в эксплуатацию. Проект был сдан в 2010 году в эксплуатацию. Можно даже подать на гражданство по этим квартирам. Есть две квартиры рядом. Можно указать сумму 250 тысяч долларов и стать гражданином Турции. Значит так, вот такая тут гостиная часть. Вот, дорогие зрители. Начну я со спальни. Вот спальня такая просторная на первом этаже. 140 квадратных метров, это уже большая квартира, как 3 плюс 1, четырехкомнатная. Вот здесь встроенный полотенный шкаф. Здесь у нас душевая комната, санузел с ванной. Вот наша кухня. Бытовая техника фирмы Siemens. Индукционная плита фирмы Electrolux. Вытяжка фирмы Kumtel. Значит, столешница у нас мрамор. Вот здесь холодильник в этой стороне, тоже фирмы Siemens. Это второй этаж. Но пока мы отснимем балкон. Вот такой балкон. И вот такой вид у этой квартиры. Ах, как здесь спокойно, как тихо, птички поют. Так. Поднимемся мы на верхний этаж этой квартиры. Та квартира тоже такая, которую я снял с видом на море. Там просто вид на море. Ну, здесь такая прихожая второго этажа. Тут окошко тоже. Здесь. Так, здесь санузел второго этажа. Также здесь ванная. И вот наша вторая спальня. Просторно, как внизу. Вот такой потолок. Отсюда есть вид на горы. И выйдем на террасу этой квартира. Вот такая просторная терраса. Вот наш отель пятизвездочный. Нужно подняться туда. Там вся инфраструктура, которая есть у пятизвездочного отеля, все присутствует. По вечерам шоу-программы, аквапарки всякие там, бассейны. Еще один бассейн есть в той стороне, где-то в 400 метрах на расстоянии от меня. Вот такой балкон. Хочу подвести итог о этих квартирах. Здесь продаются две квартиры на данный момент, но еще могу вам найти другой вариант. Подороже, но поменьше цены не будет. Эта квартира стоит 79 500. Айда тут 100 евро в месяц. Находится квартира в стороне отеля, где лес, а другая находится впереди вот этого отеля, который вы уже видели. Если вам понравились эти квартиры, таунхауса 2 плюс 1, обращайтесь по номеру, который указан в описании. Звоните, пишите WhatsApp, Telegram, Viber. Также есть у нас телеграм-канал, который называется Hot Alania. Подписывайтесь, там тоже у нас горячие предложения.
Так вот, 140 квадратных метров. Каждая квартира тут трехкомнатная, 2 плюс 1. С вами была Агасия из Солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, благополучия, счастья и крепкого здоровья. I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.